ситуации уничтожит партнера. Но смысл в том, что если эта передача доходит, да, на этот раз она была предназначена Петрову, то там вратарь фактически ничего сделать не может. А, то гений молодчик так держать, так и делает. Да. Раз не прошло. О, здравствуйте. Вот здесь все уже. Да. Это обнимашки, перешедшие в формат нормального кулачного боя. Капитан ЦСКА, которого отодвигают от Мозера. Здесь вопрос, кому больше хочется, чтобы этот поединок все-таки продолжился. Но, опять же, я вот знаю, что очень разные есть отношения. И у хоккейных чиновников всего мира, и не только наших, и не только заокеанских, и европейских, я думаю, азиатских и африканских даже, вот драки в хоккее, как-то это все-таки надо сокращать. Но есть один очень хороший показатель. Что происходит, когда люди вскакивают на ноги, помимо заброшенной шайбы твоей команды? Когда один на один, ну или там 5 на 5, тоже бывает, один на один люди разговаривают при помощи не только